Смотрите, ребята, яйцо прозрачное. Давай поиграем этим яйцом. Оно же резиновое. Мы вам говорим пока-пока. Всем привет! С вами Вика и мой кролик Ясон. Подписывайтесь на мой канал, а мы начинаем. Вика? Что, Ясон? Ты знаешь, уже прошло 24 часа. Давай посмотрим, как там наше яйцо. Давай, сделаем обнимашки. Обнимашки и воздушные поцелуи. Вот, посмотрите, ребята. Скорлупа уже растворилась. И мы идем мыть яйцо в ванную. Изон, ты не пойдешь со мной? Нет, я тебя тут подожду. Давай. Не хочешь мочиться, нет? Не хочу мочиться, нет. Ну да, я знаю, что кролики не любят воду. И кошки тоже не любят воду. А бёсики любят воду. Мы уже в ванной и будем перемывать яйцо. Аккуратненько, аккуратненько. Достанем наше яичко. Такое яичко. И вот нам такое. Так, любовничка, любовничка. Все, я уже промыла его. Вот, смотри, Изон, я уже помыла яйцо. Очень интересное оно получилось. На самом деле, как резиновое. Ну, не чипай его, бо своим когтем можешь прорезать. Вот видите, ребята, скорлупа полностью растворилась, но пленочка осталась. И яйцо прозрачное. Мы вам сейчас покажем с фонариком. Вот, Вика, держи, держи фонарик. Ой, спасибо. И подсвети фонариком. Должно быть видно, что яйцо прозрачное, а там есть желток. Вот видите, ребята, яйцо прозрачное, а там видно желтенькое. Это желток. Такое, когда светишь, что такое... Светлое, а вот такое оранжевенькое там внизу, это прям оранжевенькое. Да, там отчетливо виден желток. Покажи еще раз. О, да. Оранжевое внизу, почти оранжевое. Давай поиграем этим яйцом, оно же резиновое. А вдруг лопнем? Оно может на самом деле лопнуть. С таким яйцом надо быть очень осторожным. Да, ну я боюсь. Я боюсь, Изон. Ну дай мне поиграть. Я не буду когтиками брать его. А чем будешь? Я просто посмотрю. Ну, на, посмотри. Красное? Ой. Ну а дай мне посмотреть поближе. Тебе не подается запах? Да, запах еще резкий остался. Голодный? Нет. Ну да, я тебе накормила перед видео. Подписывайтесь на наш канал. А пока мы вам говорим пока-пока. Ой, что это было? Ёбаное яйцо. Лопнула яйцо. Да. Да, вот так вот, ребята. А вкусное яичко. Очень вкусное. Несмотря на то, что оно резиновое, очень вкусное. Поможешь съедать это все? Ребята, если вам понравилось это видео, ставьте нам лайк и подписывайтесь на наш канал. А мы говорим вам пока-пока. До новых встреч. И всего вам хорошего. Пока-пока. Ребята, короче, ёбнем.
нас яйцо, но придется клять это вот. Я поставила пробку, так будет легче. Так что у вас так ключи, так то можете так делать.